Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев. И сегодня мы поговорим немножко об испытании кистей, которые я провожу для фирмы Рублев. Мне даны два образца из имитации волоса белки. Каждая из этих кистей прекрасна, но одна наверняка будет чуть-чуть лучше и вытеснит другую, чтобы стать прародительницей для новой партии. Таков закон эволюции инструмента. Это только самое-самое начало процесса, что еще сожрет массу времени, не считая бумаги и краски. И я не единственный художник, что проводит испытания для фирмы Рублев. И в итоге, какая кисточка будет жить, решают не художники-испытатели, и не мастер, и не технолог, и даже не директор, а ты, кто в конце концов купит кисточку или не купит.